24 марта в кинотеатре «Искра» администрация и совет депутатов городского поселения «Видное» отчитались о своей работе за 2015 год. Подведение итогов прошедшего года продолжилась традиционная встреча с жителями в открытом формате. Люди могли задать свои вопросы напрямую главе Ленинского муниципального района Олегу Хромову. Большинство из 42 поступивших обращений касались состояния дорог, благоустройства и озеленения территорий, жилищно-коммунального хозяйства. Также поднимались вопросы установки памятных знаков, газификации СНТ, обустройства площадок для выгула собак. В 26 марта глава Ленинского муниципального района Олег Хромов и представители администрации муниципалитета провели встречу с жителями бывшего военного городка Петровская, которая прошла в здании гарнизонного офицерского клуба, переданного в муниципальную собственность Министерством обороны Российской Федерации. До начала встречи Олег Владимирович совершил обход территории военного городка, чтобы предметно, непосредственно на месте познакомиться со всеми имеющими место проблемами. В рамках областной акции «День открытых дверей» в управляющих компаниях Подмосковья свои двери для жителей открыли и управляющие компании Ленинского района. Цель мероприятия – продемонстрировать открытость и прозрачность работы управляющих компаний Московской области и наладить диалог с жителями. В основном вопросы, с которыми обращались жители, касались ремонта многоквартирных домов, благоустройства придомовых территорий и другие. В апреле и мае в Видновской районной клинической больнице будет организован профилактический осмотр инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, лиц, награжденных знаками жителей блокадного Ленинграда, медалью за оборону Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. Дни проведения осмотров в апреле-май – вторник, среда, четверг с 8 до 11 часов, кабинет 32.